Сегодня мы с вами находимся в этом прекрасном месте. Это национальный парк Аларча. А все почему? Потому что мне сегодня 31 год. И у меня сегодня день рождения. А что нужно старым пожилым людям? Правильно, тишина и спокойствие. Поэтому мы приехали на природу. Насладиться этим моментом. Убежать от городской суеты. Знаете, несмотря на то, что сегодня такая солнечная погода, на улице прохладненько. Но здесь, в принципе, хорошо. Короче, мы будем гулять. Всем хорошего дня. Иди сюда. Вот ты какой хорош. Мое небольшое упущение. Сегодня это не взять очки солнцезащиты. Солнце немножко. Сегодня немножко так это активно. Глаза прям щурятся. Ничего не видно. Хотелось красивых кадров еще поснимать. Ужасный пересвет. Я постараюсь что-то снять красиво. Вообще не знаю, что говорить. Я не хочу ничего говорить сегодня. Просто наслаждайтесь вместе со мной этим красивым местом.
почти. Ветер. Добытчик. Лёха. Что? Да.